Как сказать человеку, чтобы он что-либо не делал? Сараунджоку дорогаци, это будет проще простого. Берем отрицательную частичку non плюс инфинитив от глагола, то есть глагол, как мы его видим в словаре, мы его не спрягаем. Non dire niente, ничего не говори. Non fumare qui, не кури здесь. Non entrare, не входи. Non essere geloso, не будь ревнивым. Non avere fretta, не спеши. Non andare via, не уходи. Non mi aspettare, не жди меня.